Привет! Сегодня я вам покажу обзор книг. Эти книги необычные, их надо читать не как обычные книги, страница за страницей. Сейчас я вам расскажу, как эти книжки читать и что это за книги. Начнем. Но сначала подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео. Ссылка будет в описании. Так, первая книга. «Остров динозавров». Давайте я вам расскажу, в чем эта книга необычная и как ее читать. Во-первых, ее нужно читать не страницы за страницей. Сейчас я вам объясню, как. Так. Вот. Внимание, это необычная книга. Не пытайтесь читать ее сначала до конца, перелистывая одну страницу за другой, ведь тебя ждет масса удивительных приключений. Как только ты окажешься на острове посреди Тихого океана, во время чтения тебе постоянно придется делать выбор. И приключения, которые тебя ждут, результат твоего собственного решения. От этого зависит твоя. Ну и как только ты что-нибудь выберешь, читай указания в конце страницы, и тогда узнаешь, что случилось дальше. На острове динозавров выживает тот, кто лучше и быстрее остальных приспосабливается к ситуации. Главное твоего преимущества перед этими громадными существами смекалка и сообразительность. С первой же минуты надо быть очень внимательным, иначе удачи тебе. Вот такая книга. В общем, ты читаешь ее, начинаешь читать. Где вот написано, на какую страницу переходить. Вот, переходи на следующую страницу. Так, дальше. Видите, написано «Открой страницу 11». Ты должен был открыть страницу 11. Потом, вот такие вот, например, решения. Если ты решаешь остаться, открой страницу 58. Если ты хочешь выбраться отсюда, открой страницу 32. Ты должен выбрать одно из этих решений. И тогда ты эту страницу открываешь и продолжаешь дальше читать. В общем, ты сам решаешь, как тебе поступить. И поэтому это очень книга интересная. Если вы хотите, я вам начну эту книгу читать. И вы будете сами выбирать, куда вы пойдете. Писать мне в комментариях. Также сейчас я вам покажу еще одну из этих серий книг. «В поезде с вампирами». Тоже такая же книга. Также надо ее читать. Выбирать самим, куда их идти дальше. «Каньон разбойников». Ребята, пишите в комментариях, какую книгу хотите вы, чтобы я вам начала читать. Вместе с вами мы будем выбирать как ответы, в общем, вот эти решения. Вот, например, если ты согласен ехать в замок, открой страницу 22. Если ты отклоняешь предложение, так как тебе необходимо вернуться в пещеру времени, открой страницу 114. В общем, вы сами будете выбирать ответы. Какой вы выберете, я буду на той странице читать. Так, или пещеру времени, вы хотите, чтобы я вам почитала. Или викинги-завоеватели. Также еще есть книга «За рулем». «Путешествие на дно моря». «Секрет ниндзя», «Пришельцы из космоса», «Место преступления», «Похищены» и «Ты миллионер». В общем, вот такие книги пишите. «Похищены», «Место преступления», «Пришельцы из космоса». Пишите, какую из этих книг вы хотите, чтобы я вам начала читать первую. Пишите в комментариях. Эту книгу я вам и начну читать. Если вам понравилось видео, ставим лайки. Ну все, ребята, пишите в комментариях.